«Дай почитать». Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. СССР действительно была самой читающей страной. Книга – лучший подарок, книга – ценность, она сакральна. Попробуйте в советское время моего детства и юности добыть хорошую книгу. Удача, радость. Правда, были и те, кто покупал книги не для чтения, а для мебели. Но в постперестроечное время случилось ужасное. Многие стали избавляться от книг. Они не нужны даже как часть интерьера. Мои коллеги, филологи и я иногда приносим домой подобранные у мусорного контейнера или у подъезда то Веру Панову, то Михаила Шолохова, то Николая Гоголя, то Андрея Упита, то Олега Григорьева. Подобрать и спасти книгу можно, но вернуть широкому читателю куда сложнее. Последней находкой моей стала «Молодая гвардия» Александра Фадеева. И совпало это с одновременным прочтением замечательной, глубокой книги в серии «Жизел» Фадеев, написанной прекрасным современным писателем Василием Авченко. Напомню, что мы говорили о его книгах «Кристалл в прозрачной оправе», «Олег Куваев. Повесть о нерегламентированном человеке» совместно с Алексеем Каравашко, «Дальний Восток. Иероглиф пространства», «Красное небо. Невыдуманные истории о земле, огне и человеке летающем». Авченко о Фадееве пишет горячо, особое внимание уделяя тексту писателя. Глубоко и всесторонне анализирует разгром, разлив, последний из УДГ, пытается объективно оценить деятельность Фадеева как писательского министра и деликатно разобраться с самоубийством Фадеева в 55-летнем возрасте. Подробно описывая участие советского классика в качестве партизана в боях с белогвардейцами и интервентами в Приморье, Преамурье и Забайкалье, участие в подавлении Кронштадтского восстания, руководство Союзом писателей СССР, взаимоотношения со Сталиным, с большим нежеланием Авченко обращается к вопросу Фадеев и его жены и возлюбленные. Вся книга убеждает, произведения Фадеева можно любить или не любить. Самое главное, они живы. Они по-прежнему о нас. Это, говоря словами самого Фадеева, до сих пор еще не остывшие куски металла. Он оказался пророком. И хотим мы того или нет, приобретает новую и даже несколько пугающую актуальность. В литературном измерении, оказывается, не распалась ни Российская империя, ни СССР. Писатели живы, поскольку живет рожденная ими литература. Пока мы ее читаем, она не умрет. Фадееву требуется возвращение, новое непредвзятое прочтение, переосмысление, реабилитация 16+. «Дай почитать».